Console Patrol. Привет, ретро-консольщики! Сегодня я хочу... Да что же это такое, а? Что за грамотень постоянно подкидывает эту коробку? Давайте хоть посмотрим, что там. Это же самая первая DS, так называемая толстушка. Но, блин, почему она такая погрызанная вся? И экран у нее отваливается. Что ж, надо сказать, что она и правда требует ремонта, ну, по крайней мере, замена корпуса. Так что самое время отправиться на AliExpress. Но для начала я хочу сказать, что у меня никогда не было консолей семейства DS от компании Nintendo. Ну, то есть как не было. Первая консоль, которая у меня появилась, довольно поздняя, это New 2DS XL. И, как вы понимаете, в игры я на ней играл от 3DS. Я с огромным удовольствием прошел игру Legend of Zelda Link Between Worlds. С не меньшим удовольствием прошел Luigi's Mansion 2. Совершил множество попыток, чтобы пройти Donkey Kong Country Returns. Ну и, конечно, без Марио никуда. На полочке у меня стоит еще десяток игр этой консоли. Но все эти игры Nintendo 3DS. А в игры DS я никогда не играл. И поэтому, кроме корпуса для этой консоли, я на Алиэкспрессе еще закажу какой-нибудь картридж, на котором огромное количество игр DS. А чтобы вам не было скучно, пока я хожу на Алиэкспресс, Алексей с канала Энциклопедия Game Boy Advance расскажет вам историю портативных консолей DS от компании Nintendo. И здесь я должен сказать, что это не реклама. Я сам с большим удовольствием смотрю канал Алексея, где он подробнейшим образом рассказывает про портативные консоли от компании Nintendo. Про многие из них, я уверен, вы даже не слышали. Так что, Алексей, тебе слово. А я пошел на AliExpress. Привет, друзья. Привет, Сергей, и спасибо тебе за приглашение поучаствовать в твоем ролике. История консоли Nintendo DS начинается сразу после выхода первого Game Boy Advance. Именно тогда в недрах Nintendo параллельно разрабатывались два проекта – Game Boy Advance SP и Project Iris. Последний со временем и вылился в Project Nitro, который стал впоследствии Nintendo DS. Остановимся подробнее на Project Iris. Этот проект должен был стать продолжением Game Boy Advance, и так он и развивался. Причем долгое время про него ничего не было известно, пока в 2017 году Сатору Окада не дал свое интервью журналу Pro Gamer. Там он рассказал, что Iris должен был стать прямым наследником Game Boy Advance, но ему позвонил Хироши Ямаути и сказал, что хочет, чтобы в новой консоли было два экрана. Поначалу разработчиков это сильно расстроило, так как это не имело смысла, но и отказаться они тоже не могли. И вот так Project Iris превратился в Project Nitro и из продолжения GBA стал тем устройством, которое на долгие годы видоизменило внешний вид консоли Nintendo. Когда мы говорим про Nintendo DS, а DS означает Dual Screen, то есть два экрана, то нужно понимать, что разработчики не рассматривали два экрана как значимую инновацию. Наоборот, главным, по их мнению, было объединение трех функций, встроенные в консоль Wi-Fi, тачскрин и более мощный графический чип. Сама Nintendo DS получилась неказистой. На то время это, конечно, был прорыв, это была первая консоль Nintendo с крутой задней подсветкой и таким набором функций. Но ее размеры были великоваты, а экраны по сравнению со следующими версиями Nintendo DS уже кажутся не такими хорошими. Но все равно это была крайне успешная консоль. Nintendo, увидев ее успех, сразу сели за продолжение и выпустили Nintendo DS Lite. Как вы можете понять из названия, новая консоль имеет более компактный форм-фактор. Сравните их толщину.
она сильно тоньше и намного красивее. У этой версии консоли были сильно улучшены экраны, теперь у них стало 4 уровня подсветки, и еще были улучшены углы обзора. Также увеличилось и время работы от аккумулятора, потому что он был увеличен на 150 мАч. В целом у этой консоли есть только один минус. В нее полностью не входит картридж от Game Boy Advance, но это все равно не мешает, а остальные плюсы сильно перевешивают. В 2008 году на свет появилась Nintendo DSi, и изменение этой консоли напрямую связано с развитием интернета. В ней появился интернет-магазин DSiWare, который, правда, сейчас не работает. Также в ней появилась фронтальная и задняя камеры. Пожалуй, по состоянию 2021 год это самая неоднозначная консоль. По форм-фактору она не отличается от Nintendo DS Lite, а по функциям была сильно ухудшена за счет того, что прекратилась поддержка GBA игр. Да, у нее была поддержка Nintendo DSi игр, но по факту, за исключением 5 игр, которые были выпущены именно для DSi, все остальные игры запускаются и на старых Nintendo DS. И в 2009 году вышла Nintendo DSi XL. Она точно такая же, как и Nintendo DSi, но у нее были увеличенные экраны, причем это были IPS-экраны. И в отличие от прошлой консоли, эти экраны делают эту консоль хорошим приобретением именно для того, чтобы полностью насладиться коллекцией Nintendo DS игр. Сергей, спасибо за приглашение и передаю тебе слово обратно. Спасибо тебе, Алексей, за интересный исторический экскурс, а мы продолжаем. Как я уже говорил, я сходил на AliExpress и заказал там корпус. Обошелся он мне в 1000 рублей. Конечно, я хотел заказать вот такой красненький, но красненького не было. Пришлось взять вот такой серенький, ну, точнее, темно-серый, почти черный. Итак, пришло время менять корпус. А для этого нам потребуется отвертка и пинцет. Итак, пакетик с запчастями, стекло, куча винтиков, которые нам не пригодятся, потому что оригинальные более качественные, и, собственно, сам корпус. Красота! Для начала откручиваем винты с нижней части консоли отверткой Y2.0. Достаем аккумулятор, под ним еще один винтик. От консоли постоянно отваливаются какие-то кусочки. Итак, крышку мы наконец сняли, и на старой консоли я заметил, что вот эта металлическая пластина идет с изоляцией, а на новой консоли без нее. Так что возьмем ее со старого корпуса. Здесь и далее уже будет обычная отверточка крест. Итак, вернемся к нашей материнке. Для начала аккуратно отсоединим антенну, затем толстенький шлейф, а под ним еще два. Все шлейфы держатся на защелках. Отщелкивайте их, и они без проблем выскочат. И вот еще один шлейф на защелке. Клик, и он свободен. Теперь откручиваем винты, которые держат материнку. И вот последний. Материнка свободна, но отложим ее пока в сторону. Разложу-ка я на новый корпус кнопочки. Раз, два и готово. Пришло время нижнего экрана. Там, где шлейф потоньше, аккуратно отклеиваем поролончик, чтобы не порвать, и освобождаем шлейф. Затем легким движением руки достаем экран. Ох, какой же он грязный, надо его протереть чем-нибудь. Ну и ставим его в новый корпус. Теперь пора заняться верхним экраном. Снимаем резиновые заглушки и откручиваем винтики. Под шлейфом не забываем открутить винтик, который держит крышку, скрывающую шлейф. И освобождаем сам шлейф. На верхнюю часть экрана приклеиваем новое стекло. И переносим все со старой крышки на новую. Теперь самое сложное – шарниры. Их нужно достать и поставить так же, как они стояли в старой консоли. Если все получится, то крышка будет защелкиваться, а не болтаться. Так как гнезда шарниров у меня были сломаны,
Я не знал, были они в открытом состоянии или в закрытом. Пришлось действовать наугад. И я угадал. Возвращаем на место крышку шлейфа, устанавливаем все в обратном порядке. И не забываем про защелки шлейфов. Прежде чем позакручивать последние винты, проверим, включится ли консоль. Да, все работает, так что докручиваем последние винты и клеим наклейки. И самое главное, логотип Nintendo. Снимаем пленочки и можно играть. Вот такая красота у нас получилась. Пластик, конечно, не такой, как на оригинальной консоли, но тоже довольно-таки хорошего качества. И для начала я хочу сказать об удобстве самой консоли. Ведь, как я говорил в самом начале, толстушки DS-ки у меня никогда не было. Хочу отметить, что экраны действительно очень маленькие. Если сравнивать с той же самой Game Boy Advance SP, они приблизительно схожи. По размеру. Как они схожи по качеству, мы проверим чуть позже. Если же сравнивать самую первую DS-ку с одной из последних ревизий, то разница будет просто колоссальна. Видите, насколько больше экраны современных консолей? Еще я хочу сказать пару слов про удобство. Из-за того, что у толстушки такой пухленький корпус, держать в руках ее очень удобно. И если сравнивать с маленькой Game Boy Advance SP, то разница в большом корпусе очевидна. Большую консоль держишь как будто удобный джойстик. И даже если сравнить первую DS-ку с New 2DS XL, держать ее все равно удобнее. Но играть лучше все равно на новой, потому что экраны здесь все-таки мелковаты. Ну что же, нам осталось протестировать игры. И для них я взял вот такой картридж. 510 игр в одном. Не знаю, что здесь за игры, это мы сейчас посмотрим. Заодно протестируем, как этот картридж будет играться на консоли New 2DS XL. А чтобы вам все было видно, пойдемте за стол. Итак, для начала давайте проверим карики для GBA. Пиратский и карик с картой SD. Как мы видим, экран на консоли DS довольно блеклый. Вот вам для сравнения Game Boy Advance SP. Да, пожалуй, игры GBA лучше играть именно на GBA. В настройках можно поменять верхний экран на нижний. Вот, например, Aladdin с SD картриджа, но картинка такая же блеклая. И углы обзора просто никакущие. Ладно, давайте уже перейдем к играм DS 510 в одной. На обратной стороне контакты и флешка. Кстати, на 32 гига. На экране появился Спанч Боб, тапаем на него. Ого, тут есть NES, SNES, Game Boy, Sega, PC Engine, аркады и даже Atari. Но, к сожалению, они не запускаются. Ну да и ладно, нам уже нужны игры DS. Ой, секундочку, тут только иконки, названий не видно. Ну ладно, давайте хотя бы проверим Mario Kart. Играется вполне неплохо, но давайте теперь сравним, как будет этот картридж работать на 2DS. Тот же самый Спанч Боб. И здесь точно так же нет названий игр. Видимо, какая-то проблема в прошивке. Ладно, запустим Mario Kart.
Ну что ж, разница этих двух консолей очевидна. Ребят, давайте попробуем скачать такую же прошивку S3DS и залить ее на другую флешку и поменять местами комплектную флешку на новую. Я залил несколько игр, поменял обои, посмотрим, что же получилось. Итак, у нас та же самая менюшка. О, NES запустилась. У эмулятора, кстати, много настроек и есть сохранение. SNES тоже вполне себе работает, но уже с небольшими глюками. Хотя, возможно, это зависит от настроек эмулятора. Ладно, нас же интересуют DS игры, перейдем к ним. Теперь у нас все названия отображаются нормально. А теперь сами игры. Начнем с Зельды. Очень непривычно управлять стилусом, особенно на таком маленьком экране. Давайте перейдем на 2DS. Да, здесь, конечно, получше. Игровые механики подобного типа мне еще не встречались. Обязательно пройду Зельду. Так, теперь Метроид. Игра от первого лица. Чтобы поворачиваться, нужно использовать тачпад. Не знаю, может дело привычки, но мне почему-то не зашло. Ладно, поехали дальше. GTA. Вот тут все очень здорово. Некоторые элементы игры являются по сути мини-играми. Например, выбить окно машины, которое идет ко дну. Или угнать новую тачку, сломав замок отверткой. Эту игру серии GTA я еще не проходил. Надо восполнить упущенное. Больше всего, наверное, меня поразила игра Ninja Gaiden. Ведь здесь консоль нужно держать вертикально, как книгу. И все движения, прыжки, сражения происходят исключительно стилусом. Пока непривычно, но очень интересно. Такого игрового опыта у меня еще не было. Хочу отметить, что многие игры выглядят отлично. Например, заставки комиксов в черепахах или комиксная графика Человека-паука. Я еще не успел протестировать все 510 игр, которые у меня были на картридже, потому что не знаю, что выбрать. Ребят, может быть, вы мне посоветуете, во что поиграть? Напишите ваши любимые DS-игры в комментариях, я обязательно в них поиграю и скажу вам огромнейшее спасибо. Но играть я все же буду на своей 2DS. Ну что же, на этом ролик можно заканчивать. Консольку мы починили, игры потестировали. Вот только что мне теперь делать с этой консолью? Прям даже не знаю. Может быть... Здорово, Серега. Димон. Привет, Димон. Привет. Привет, друзья. О, моя DS-очка. В новом корпусе. Ты ее починил? Ай-яй-яй, какая так, красота. Так это ты мне эту коробку подбрасывал. Ну а кто же еще? Ты же Game Boy Advance мои чинил отлично, в новых корпусах, не нарадуюсь. И здесь прям все так шикарно. Даже стилус. Слушай, спасибо, Серег. Супер работа. Спасибо, одобряю. Подожди, а картридж?